Здравствуйте. Хочу предложить вашему вниманию очередную уловистую приманку. Это тоже зонкер, но выполнен он на латунной трубке. В зависимости от условий рыбалки, трубку можно изготавливать, начиная от 2 граммов и заканчивая, сколько вам позволит диаметр. Но, как уже замечено было, самая такая приемлемая огрузка, чтобы приманка сохранила свою естественную проводку, это где-то порядка 3-5 граммов. В данный момент друг меня попросил связать ему стример на трубке, чтобы был не зацепляечка. Я ему предложил вот такой вариант. Значит, как вы видите, выточена трубка на токарном станке. Также напоминает чем-то сердечник от вертушки. Но отличие это то, что есть две прорези. На первой я буду крепить сам мех, отрезок. А здесь окончательно буду формировать головку и буду уже обмотку делать перышком. Давайте начнем. Для начала немножко промажем клеем, потому что сам по себе процесс по латуни неблагоприятный, поэтому желательно использовать клей. Добавили. Никаких здесь украшений я не добавляю. Достаточно блеска самой трубки. Единственное, что только буду использовать красную нить, которая позволит мне скрыть место крепления. Только лишь поэтому. Беру шкурку кролика, вымеряю для себя предположительный размер моего зонкера. Где-то вот так будет достаточно. Если что, потом в процессе подрежем. И приступаем. Нитка должна быть достаточно крепкая. Пару-тройку оборотов будет достаточно. Промажем клеем и нитку отрежем. Завершающий узел я не делаю, так как достаточно будет крепости нашего клея. Вымерили здесь длину, сколько мне необходимо. Подобрали. Закрепим нить, которой будем вязать. Ну, я думаю, черную давайте возьмем. Или хотя бы темно-зеленую. Добавим еще немножечко клея и еще раз хорошо промотаем. Это уже окончательно будет место нашего крепления, поэтому желательно не пожалеть клея. Добавили.
промотали еще. И теперь можем подбирать длину нашего меха. Где-то вот так приблизительно, я думаю, будет достаточно. Я держу так, чтобы у меня не уходил мех ни влево, ни вправо. Подхватываю парочкой, тройкой оборотов. И только после этого я его отрезаю. Вот так. Я для себя выбрал перышко цвета шартрез. Вы можете подбирать здесь любое перо, какое вам заблагорассудится по цвету. Желательно, чтобы оно было контрастно с телом. Но перед тем, как закрепим мы перышко, промажем еще клеем. И здесь можно добавить немножечко кристалл флэш или же голографический люрикс, любые блестящие элементы, какие вы захотите для себя. Закрепили. И теперь можно крепить наше перышко. Я его уже подготовил. Пару-тройку оборотов будет достаточно для того, чтобы скрыть место крепления. И в то же время наш зонкер будет более привлекательным. Как раз до пуховой части нам будет достаточно. Закрепляем наше перышко, остатки отрезаем. Как вы видите, ничего сложного нет. Довольно-таки быстро. Единственное, что только вопрос стоит в самой латунной трубке. Я очень уважаю все стримера, которые выполнены на трубке, так как они позволяют довольно-таки универсально использовать их. Где зацепы поменяли, где более открытое место, развернули крючок, затупился крючок, поменяли крючок. Вот так делаем завершающий узел. И наш зонкер с вами готов. Проверим длину. Вполне достаточно. Как вы видите, ничего сложного, но довольно-таки хорошая уловистая приманочка. Благодарю вас за внимание.
Всего вам хорошего. До свидания.